Всем привет! И сегодня я решил посмотреть и показать вам еще одну достопримечательность города Нью-Йорка. Рядом с этим местом выход на Фо Эвеню. Тут райончик, конечно, еще тот. Район здесь какой-то безлюдный, но ходит очень много афроамериканцев. Хотя домики тут вроде такие цивильные. Людей здесь вообще никого нету в этом районе. Попадаются только афроамериканцы, чернокожие и все. Сейчас я приехал именно в то место, откуда отходит паром на Staten Island, где находится статуя свободы. И сегодня я первый раз за все время моего пребывания в Нью-Йорке проделываю этот маршрут. Но чтобы увидеть статую свободы, достаточно сесть на бесплатный паром и переплыть на другую сторону Upper Bay, где находится несколько торговых центров. Этот паром почему-то сопровождает полицейский катер. Рядом с небоскребами здесь находится небольшой сквер с велосипедными дорожками и зоной отдыха.
вот в таких машинках в Америке продают мороженое. Вот такой тихий летний вечер на берегу океана, и где-то на горизонте виднеется статуя свободы. Давай спешим, любовь этажи, с тобой в дребезги на осколки души. Давай спешим, любовь этажи, с тобой летим на счет три, не смотри.